Мир вашему дому, всем доброго здоровья, и у нас распаковка. Получили соковыжималку, сейчас хочу ее продемонстрировать. Специальная соковыжималка для мягких ягод. Мы будем делать там желе какое-нибудь. Фирма Омро, ОМ2825Е, так называется, модель Италия. Ну, смотрим. Все на английском. Придется учить английский. Ну, на самом деле, вот есть уже на русском перевод. Да, тут какая-то штука. Какой-то сепаратор прям. Это самый главный кошелек. Какая-то кедля добавлена. Ну и, собственно, собрана. Да. Сейчас. Опа. Хорошо, есть подставочка. Оп. Такой провод незамысловатый. Небольшой, коротенький, да. И вот еще какая-то резинка. Так. Ну что ж. Что-то по мощности у нас получается. 600 ватт мощность. Пластиковая такая станина. Ну, тут вроде резиновые ножки даже. Чуть-чуть там. Сейчас все это приделаем. Чик. Вот такой шкив. Как это пластиковый. Сеточка такая. Да, вот здесь вот штучка на пружине. А это молоко. Сейчас, короче, все по инструкции будем собирать. Вот это помыть сначала будем все, да? Ладно. Куда она идет? Вот сюда. И все. Понимаешь? Подожди. Что за кольцо? Лапа мотит. Какая-то дубинка. Куда его не знаю? Нашел применение. Вот здесь вот он должно быть. Угу. Чик, вот так. Чик, все. Все тут уже отсюда уже ничего не выскочит. Так. Папа, я слышу. Все. Это баночка. А это что? Это камень. Сейчас. Это что, у меня было? Так, Господи, благослови. Короче, движение прямо, стоп и реверс назад. Тут три положения всего. Все, сейчас готовим ягоду, инструкцию убираем. Ну, инструкцию чисто по-русски, когда сломается, потом посмотрим. Да нет, сейчас почитаем, все нормально. Так, полностью собрал эту машину, значит, самое главное, как по инструкции написано, с мылом помыл все части, потому что, ну, с завода там все это, смазки всякие. Вот, поскольку эта машина для мягких ягод, у меня вот есть ирга, то есть там для помидоров, еще там для чего-то, это все остальное мы будем пробовать потом. Вот в данном случае у меня есть ирга, я ее помыл. Тут немножечко приходится это перебирать, потому что ягодки плохие, буду сюда. Вот такой лопаткой засыпаю. Дело в том, что там написано, как бы на сухую не включать. Ну вот, немножко положу. То есть как-то странно, типа написано там что-то, положить один помидор, чтобы там он что-то смазал. Ну, я вот сейчас просто ягодки положу туда и начнем работать. Сколько-то положу, а потом буду просто добавлять и все. Ну, я ее помыл всю. Вот теперь, поскольку собирали ее день назад, даже не вчера,
позавчера. Поэтому она простояла, у меня немножечко уже это, тут плохие ягодки появились, просто позавчера не успел. Все, Господи, благослови, такой аппарат. Первый раз. Значит, короче, получается, вот это один, это вперед, вот его и включаем. Ничего себе, как круто! Видишь, забилось. Пробовать можно все, то есть попробуем потом малину, попробуем там еще что-нибудь такое мягкое попробуем. Ну, тут я говорю, это буквально первый опыт. Сейчас смотри, видишь, смотри, она уже как холодит. Вот это вот ягода. Так, все. Эту ягоду. Значит, первый опыт, ягода у нас была ирга. Ирга, у нее интересное свойство, она вот сразу прям это превращается в такой вот холодец. Вот это даже видно. Вот, видишь, сразу такие вот стеночки, в общем. Посмотрим, значит, потом другую ягоду. Обязательно можно, я думаю, малину, какой-нибудь крыжовник, там, Викторию. То есть, Бог даст, все это попробуем. Интересный аппарат, получается очень интересно. Вот такой жмых даже, то есть, остается. Рекомендуют в инструкции первый раз этот жмых выкидывать, чтобы там, ну, все-таки даже несмотря на то, что помыли, какие-то остатки, еще что-то, мы его выкинем, там куры сидят, козы, есть кому съесть, в общем. Все, слава Богу, значит, теперь это все сейчас разбираю, мою, и потом, значит, следующие опыты будем проводить, тоже будем записывать, делиться с вами. Все, пишите комментарии, значит, как эта машина, я, по-моему, показывал, да, Омра там, короче, ее, это, маркировка. Ну вот, производство Италия, 600 ватт мощности, небольшая, в принципе, звук не то чтобы прям, ну как бы шумит, но не сильно, вот, нормально, разные модификации, мы вот выбрали именно такую, то есть самая подходящая, ни много, ни мало, но это уже типа полупрофессиональная, вот, это не просто домашняя, потому что, ну вот у нее даже вид такой, это как бы не это, не просто домашняя, вот. То есть она рассчитана на некие объемы, вот сейчас точно не помню, но на серьезный объем рассчитана в домашних условиях. Все. Всем добра. С Богом.